ребятни. Ну. Может, пионерский лагерь у них здесь? Ну, ну они тут, наверное, один где-нибудь будут купаться. Так, это вот здесь вот ты заезжал? Да, стоянка-то пустая. Как будто вот вода приходит, или что, я не могу понять. Слушай, пионерский отряд. Быстро место занимаем, пока они все не заняли. Сейчас мы куда-нибудь там все равно. Посмотрим, куда они, налево или направо, мы в другую сторону, а они в другую. Да? Если что, потом туда уедем, где она покажет нам, как она тебе объяснила. Любой поворот ведет к этой косе, да? Так, дети налево, значит, мы направо. Да? Народу, ребятки, народу море. Сегодня у нас 13 июля. Смотрите, Благовещенская. Вода, говорят, 26 градусов. Видите, какое море. Я вам скажу, конечно, не тай, но такая зеленая там тина плавает, поэтому чистоты не ждите сильной. Но тем не менее, более-менее нормально. Людей очень много купается. Наверное, потому что оно волнуется, поэтому вот вся муть перебилась. А так-то небольшая волна. Надо рано утром приходить, тогда волны нету, говорят. Там оно вроде бы как подальше, так чистое. А тут у берега, видите, вот это сбивается муть. Ребятишкам радости нет предела. Ну, море тепленькое, да, 26. Видите, сколько народу. Еще раз говорю, это Благовещенская.
всякие разные. Аттракционы у них есть. Ну все, дальше я уже не пойду. Лежаки, видите, здесь какие, не как в Таиланде, не поднимается на подголовник, нету ничего мягкого. Просто обычный пластмасс. Стоят практически все под солнцем, потому что здесь нету закрытого. Вот так вот, видите? Так что люди вон лучше зонтик с собой приносят и загорают, и то будет удобнее. А здесь 300 рублей отдай, и если ты с собой не принес хотя бы что-то, на чем можно лежать, то... На пластмасске на горячей не полежишь. Так что вот так. Вот такой вот наш российский отдых. Папаня наш вообще недоволен. Привык отдыхать в Таиланде, в Вьетнаме. Там все есть. А здесь он сидит, понурый. Ничего не хочет. Вода мутная.
Друзья, мы приехали с центрального пляжа на другой пляж, туда, на Бугасскую косу. Видите, нам рассказали хозяева нашего домика, где мы сняли комнату. Ну, домик, где мы сняли. Говорит, езжайте туда, там, говорит, море чистое и народу не столько. Так вот, мы уехали с центрального пляжа, который я вам показала уже. И вот идем по тропиночке туда вниз, по песочку. Видите, что тут? Народ там купается, но видно, что море там голубенькое. Не такое, как там. Там тина одна плавает вообще. Ну, как я вам рассказывала, что везде и в Анапе, везде эта тина. Возможно, здесь есть места, где нету тины. Вот. Но, конечно, об этом знают только местные. А мы-то откуда знаем? Так, я сейчас с телефона кое-как вам сниму. Камера у меня там осталась. Так, это вот там мы машину оставили, видите? И идем по тропинке вниз, как по джунглям. А, мои уже там самые первые. А я все плетусь. Боюсь упасть кулема. Так тут такая песок такой сыпучий, вниз сыпется. Хорошо сухо. А, классно тут как. Видите, как тут прям на машинах прям стоят. Боже мой. О, так сколько тут кемпинги стоят. Я думала, тут просто пляж. Песок такой горячий. Обалдеть. Но все равно здесь меньше народу. Видите, сколько? Там один на 20 метров, а там один на 1 метр. Вот такой народ был. Это Бугасская коса. Видите, здесь какое море. Это так же скинул. Здесь глубоко. Заходит сразу же глубоко. Там-то немножко помельче было, чем здесь. Здесь глубоковато.
Здесь на пляже, видите, ставят палатки. И прямо в них живут. Здесь народу мало. Только те, кто на машинах. Вот. Или, наверное, местные. Вон что. Море еще такое какое-то бушующее, непонятно. Когда оно успокоится. Сейчас вам покажу. Здесь люди прям в кемпингах, на машинах, в палатках, во всем чем угодно. Вот там даже, видите, на горе. На горе стоят палатки. Все равно вроде как море маленько отвлекает, но есть, конечно, и огорчения. Того, конечно, кайфа не ловишь, который ты ловишь в чистом море. Прилипает все эти зеленая тина вся эта. Ничего не остается делать. Как говорится, безвыходное положение. Все. Забыли про Таиланд. Забыли. Все навсегда и надолго. И, пожалуйста, купайтесь в своих морях. Такие есть. Тут более-менее почище. В общем, вон там, видите, стоят прямо на машинах и в палатках живут люди. Наверное, с ночевками приезжают из других городов прям. Целый городок построили и сидят, отдыхают. Здесь вот получше. Чуть-чуть отошла я подальше. Чуть-чуть почище море. Лучше, чем в Благовещенске. Он крупный и без ракушек больших, а там прям с ракушками. Есть местами мелкие, местами крупные. А местами очень крупные.